Здравствуйте, с вами Васильевич. Сегодня буду, как говорится, с ботвы. Ботва у меня, ну я так обзываю ботва, а на самом деле листья свеклы, вот, свекольник. Вот я порезал, также маленько горсточку, это самое, капустки свежей, картошечку, уже все готовое разложил, лучок, морковочка, посмотрю, может буду кепчук добавлять, это самое, кепчук, он специально тут местного производства, помидорки, ага, вкусный. И для основы, так это самое, для вкуса жижки, вот я брал студень по-домашнему, то есть здесь мясо прессованное, вот, и бульончик вот это залитый, он вкуснятина, понимаете, вот, ну это для хакеров или как там, я, вы извините, я безграмотный, как называется, кто там следит, это для одаренных, я не для всех, есть нормальные. Ага. А есть, это беспокойные такие и сильно уж гадящие такие, которые не смотрят вот это самый выпуск, любой влазят, быстрее перекручивают, там пролистывают, где что эпизод не понравится, это самое, всегда первое, сильно долго. Ну, чтобы долго не было, вот, морковочка шинкованная, она была заморожена, это самое, я оттаял лучку, ну, все, приготовил. Даже кастрюлька уже, это самое, поставил, закипает. Хотел натуральный лист показать, какой молоденькая, свекольная, вот это листочки, все, там небольшенький, это самое, качанчик капустки, что вот этого столько дольку, этого столько, ага, что режется. Ну а для вас вот, чтобы не мотали вы сразу, вот они, и капустка тут, и от свеклы листва, все, иду сбрашиваю, не пережариваю ничего и готово, все. Пошел. А еще, мои хорошие, кто будет это на вооружение брать, как что, я же готовлю для себя. А если надо, нравится, и другие покушают где-то что-то. Ага. И вот этот студень я сразу ложить не буду. Через некоторое время, как все я положу, будет вариться, будет появляться пенка. Пенка, вот когда я сниму пенку, буду добавлять, и пускай она варится, там картошечка в себя берет, вот это вот приправить можно, и будет во, как. Все, идем, что-нибудь берем. Так, ну в первую очередь это самое тоже войдет. А что я, ну что, без руки что ли, сразу вот так вот возьмем. Вот, видите, как миниатюрно. И пойдем. Ну, как я и говорил, ну, это придется чайника добавлять водички, сориентируемся. Ну, во-первых, вот у нас все готово. Мы сейчас я... Пар поджигает руки. Поджигает руки. Вот. Сразу. Вот так вот. Пустая. Это на потом. Это на потом. Лук сразу. Обжаривать не буду такой. Супец, минуя большого жира.
даже и вот боялись. Вот для тех, кто сильно мотать не будете, искать из чего. Тут сразу посмотрели своим взглядом. И можете хаять, не хаять, описывать там. Далеко не хожу, всегда под рукой достану деревянную ложечку, чтобы нам вот так вот. Ну и сейчас я, это мало будет, вот по этой емкости поставлю, прибавлю маленько, прибавлю. И у нас кипяченый. Это добавлю, чтоб можно было и похлебать. Ничего страшного. Готовлю для себя. Готовлю вкусно, так все подхватывают, кушают. Что еще надо? А по ходу действия и это самое, пенка как уберется, попробуется на солькость. На солькость. Хотя я не придаю соли, она что на солькость? Его можно будет приправу, когда. И вот студень он ну, имеет соль. Все нормально. Так что не забывайте. Будете добавлять. Вот. А здесь еще вот маленько чашки не это. Убирается. И ждем минут 5. Ну вот, сварили. Сварился у нас супец. Вот. Еще я вам не говорил. Вот. Бросаешь там пару листиков. Я маленьких притапливаю. Лаврушечки. Наварился. Супец, чтоб вам показать, я взял, видите, вообще средненький, нормальный, вот, ложечку, надо было сразу вытащить, ну вот я, средно, вот так вот, ну я назад, пускай там ковится, лаврушку. Вот. Прикрываем. Ну там сами ориентир держите, сколько картошки, сколько чего. И получается. Сейчас я берем там сметанку, берите где чего. Ну что без обмана я сразу сметанки. Сметана, видите? И, так что не тяп-ляп. Ну, где-то так. Вам видно, не видно. Сейчас, секунду. Сметанка наших производителей. И хочу сказать еще что. Ладно, время добавится. Вот у нас молоко в бутылках. Вот. Фермеры свои. Ага. И привозное с регионов других молоко. Это. Хочу сравнить. Берешь вот это вот, хотя оно и пастеризованное молоко, наше. Если бы оно молоко настоящее. Она даже сквашивается и делается как простокваша в бутылках. А другую возьмешь на солнце, день стоит, два, три, его раз жидкая, она не сквашивается, ничего не это. Вот, значит, что ты говоришь. А у нас вот натурально, видите, раз твердая сметана. Ну, вот таким образом попробую
Ай. Горячее, горячее. Тут студень добавил нормально. Ну все, на этом заканчиваю. Заканчиваю. Был с вами Василич. Пожелаю крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия. Кто сколько чего хочет. И самое главное здоровье. Будет здоровье, будет все. До скорого!